Вот так сегодня выглядит территория возле дома офицеров городского поселения Монино. Здесь ее принято называть Аллеей Героев, и для местных жителей она всегда являлась местом времяпрепровождения на открытом воздухе. Но еще совсем недавно все здесь выглядело иначе. Не было ни этих заасфальтированных дорожек, ни ровных газонов. Кроме того, территория нуждалась в санитарной вырубке и новом освещении. Все это удалось сделать в рамках программы благоустройства общественных территорий. Уже сегодня можно заметить, как преобразился внешний вид этого места. Работы подходят к стадии завершения. Губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым было принято решение по выделению денежных средств на восстановление именно общественных зон. Поэтому в городском поселении Монино такая программа тоже существует. И нам было выделено по этой программе 50 миллионов. Соответственно, 5,5 миллионов софинансировано городского поселения Монино. Сейчас возвращаем то ограждение, которое исторически находилось на этой территории. Поставим скамейки, чтобы здесь было просто, удобно и комфортно гулять. Внешний вид поселения постепенно преображается. Так изменилась и улица Красовского. Новые тротуары, скамейки, освещение. Все для комфорта. Преобразилась площадь в рабочем городке. Ведутся работы и на площади Ленина. Всего же в программу вошло 6 зон, выбранных жителями поселения. Для этого здесь проходили публичные слушания. Еще один элемент благоустройства общественных территорий – парковочная зона. Парковка рассчитана на 50 мест и располагается на улице Белякова. Подрядчик, компания «Региондорстрой», к работам приступил вовремя и ведет их с опережением графика. В планах завершить все до 1 декабря. Анна Балиет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».